Серию Mortal Kombat всегда отличали от прочих файтингов не только ее кровавость, но также богатая мифология и яркие запоминающиеся персонажи. Среди разнообразных ниндзя, роботов и колдунов каждый любитель фантастических боевиков мог найти себе фаворита. К выходу переиздания последней части Mortal Kombat XL, куда войдут все-все-все бонусные герои и костюмы, наши авторы выбрали своих самых любимых бойцов смертельной битвы. Если в получившемся списке вы не обнаружили того, кто нравится именно вам, обязательно напишите об этом в комментариях. Персонажи, собравшие больше всего голосов, появятся в топе зрительских симпатий. А пока мы представляем десятку самых-самых любимых героев Mortal Kombat по версии редакции Игромании. Лю Кенг открывает наш топ главный защитник Земли, знаменитый своим пронзительным боевым кличем. Неустрашимый Лю Кенг. Он участвовал в битве с самой первой части и с тех пор пропустил лишь одну игру серии. И в старой, и в новой хронологии Лю Кенг — необычайно способный воспитанник шаолиньских монахов, а заодно главная надежда Земли — отстоять свободу. Примеченный Рейденом и обученный мастером Бо Райчо, Лю обуздал свое тело и дух, научился метать огненные шары и бить ногами в воздухе, нарушая законы физики. За годы существования серии он умирал и воскресал, а его стиль становился все более свирепым и эффектным. Движения и сам образ Лю Кенга вдохновлены легендарным Брюсом Ли, что особенно заметно в самой первой игре серии. Примечательно, что изначально его хотели сделать лысым, под стать любому типичному монаху Шаолиня. Благо, актер Хо Сунг Пак, игравший Лю Кенга, с шевелюрой расставаться наотрез отказался. Попытки сделать из Лю стереотипного монаха привели к тому, что в первом Mortal Kombat он не был таким кровожадным, как другие бойцы. Впрочем, уже в сиквеле Лю стал гораздо суровее, а его фаталити куда кровавее. Эд Бун как-то признался, что Лю Кенга делали усредненным героем, который должен угодить и хардкорным, и казуальным игрокам. Возможно, именно поэтому он получил всего лишь 10-е место в нашем смертельном списке. Джейд. Во времена первых частей Mortal Kombat было привычно экономить память на картридже с помощью смены палитры. Вместо того, чтобы рисовать и анимировать новых героев, разработчики просто перекрашивали старых. Лишь с годами разноцветные ниндзя постепенно обрели индивидуальность и биографию. Джейд как раз из таких экономных персонажей. Изначально она появилась во второй части как секретный противник, сразиться с которым можно было только если выиграть раунд, используя исключительно нижний удар ногой. По факту это была та же модель Китаны, но в зеленой одежде и с золотистыми веерами. Как полноценный персонаж, Джейд дебютировала в Ultimate Mortal Kombat 3. По сюжету игры она служила Шао Кану и была послана убить принцессу внешнего мира, свою подругу детства. В итоге Джейд переметнулась на сторону защитников Земли. В новой же хронологии убийцу в зеленом с самого начала представили телохранительницей Китаны. И хотя роль Джейд всегда менее заметна, чем у принцессы, она пользуется куда большей популярностью и у игроков, и у косплееров, и у нашей редакции. Возможно, это связано с ее экзотичным посохом, который одним напоминает световой меч Дарта Мола, другим — шест для стриптиза. Но нас в первую очередь привлекает ее воистину кошачья грация истинной гимнастки и стремительность разъяренной пантеры. Сайракс. Mortal Kombat 3 подарила серии сразу трех киборгов. Двое из них изначально носили кодовые имена Кетчуп и Горчица. Кстати, до выхода игры фанаты считали, что под желтым шлемом скрывается улучшенная версия Скорпиона. Но нет. Сайракс оказался совершенно новым персонажем. Преданный воин клана Лин Куэй, он вслед за Сектором позволил превратить свое тело в машину для убийств. Если красного киборга под завязку начинили ракетами, то желтый получил бомбы, циркулярные пилы и парализующую сеть, способную вывести из строя любого противника. В будущем пути братьев по оружию разошлись, Сайракс встал на сторону добра.
В новой хронологии его судьба мало изменилась, разве что в киборга его превратили насильно. Как и двое других киборгов, Сайракс изначально напоминал хищника из одноименного фильма, а его фаталити с самоуничтожением так и вовсе копировало сцену из знаменитого боевика. Сайракс запомнился нам как невероятно ловкий воин, который каждым своим движением создает образ идеальной машины для убийства. Играя за него, чувствуешь себя отлаженным механизмом, и уничтожение противника кажется вопросом времени. Кёртис Страйкер. Персонаж по имени Кёртис Страйкер планировался еще в самой первой игре, но в итоге был заменен Соней Блейд, так как издатель возмутился отсутствием в игре женских персонажей. Во второй части тоже не срослось по похожим причинам. На место Кёртиса пришел чернокожий Джакс. Дебютировать Страйкеру удалось лишь в Mortal Kombat 3, после чего он тут же угодил в разнообразные топы самых скучных персонажей. А зря. Страйкер был первым человеком без мистических способностей и фантастических девайсов в серии. Просто хорошо обученный коп. Это и выделяло его на общем фоне. Он же первым додумался протащить на турнир огнестрельное оружие, что с лихвой компенсировало недостатки его боевого стиля и сделало Страйкера довольно читерским бойцом. Однако публика встретила нового героя прохладно и даже возмущенно. Фанаты кричали, что в магическом мире смертельной битвы парень в бейсболке и спортивной майке смотрится нелепо, хотя, на наш взгляд, он вписался туда прекрасно. Помните сцену из «Индианы Джонса», где здоровенный араб долго и красиво размахивал страшным мечом, но погиб от единственной пули? Вот и Страйкер в МК примерно об этом же. Из-за такой реакции игроков в бой Страйкер вернулся только спустя 11 лет. Его появление в перезапуске в виде все того же обычного американского силовика нас безумно обрадовало. Кто ж еще мог выбить зубы Таркатану обычной дубинкой и просто застрелить всемогущего Шаокана? Впрочем, мы и сами удивились тому, насколько популярен Страйкер оказался в нашей редакции. Эрон Блэк. Эрона Блэка серии Mortal Kombat всегда не хватало. Как же на таком параде крутости и брутальности обойтись без настоящего ковбоя? Эрон похож на помесь Индианы Джонса и любого героя Клинта Иствуда, только вместо платка на лице у него маска ниндзя. А так как у Блэка нет суперспособностей, в бою он напоминает крутую версию вышеупомянутого Страйкера. Стреляет по-македонски из револьверов, бомбами с песком и проволочными ежами удерживает врага на расстоянии выстрела, а в ближнем бою мастерски орудует клинком. Образ Эрона вышел соответствующий. В Mortal Kombat X он предстает наемником, которому в целом плевать на войну добра и зла. Говорит он мало, но по делу, и каждой репликой просто источает харизму, что неудивительно, ведь его озвучил Трой Бейкер, подаривший голос револьверу Оцелоту из серии Metal Gear Solid и множеству других крутых героев видеоигр. Благодаря эффектному и эффективному стилю боя, Эрон держится в тройке самых популярных бойцов профессиональных матчей по MKX. Остается лишь жалеть, что такому яркому антигерою уделили мало внимания в сюжете. Конечно, комикс по мотивам игры проливает чуть больше света на историю наемника, но мы надеемся, что в будущих частях Блэк появится уже на правах одного из центральных персонажей. Дебютировал стрелок блестяще. Кассандра Карлтон или просто Кэсси Кейдж. Кэсси Кейдж стала не только главной героиней Mortal Kombat X, но и символом эволюции серии. Дочка Джонни Кейджа и Сони Блейд, Кэсси сочетает боевые приемы обоих родителей. Она бойко орудует ногами, оружием и гаджетами, а в случае необходимости пользуется той же суперсилой, что и Джонни. Внешностью Кэсси пошла в маму, а вот характер унаследовала отцовский. Впрочем, боевой стиль у нее во многом повторяет все того же Страйкера. Так что пойди пойми, все ли ладно было в бурном романе кинозвезды и красавицы-спецагента. Звание сержанта особых войск не мешает Кэсси быть отвязной, остроумной и хамоватой девицей.
Разумеется, она не могла не выучить коронный удар Кейджа пониже живота. А по циничности фаталити не только затмила родителей, но и вызвала резонанс в обществе. В одном добивании Кэсси заклеивает дырку в голове жертвы жвачкой, которая сразу надувается пузырем, а в другом разбивает врагу челюсть, после чего делает с ним селфи и выкладывает в соцсеть подбурные комментарии других героев игры. Хлесткая пародия разработчиков на поколение Инстаграма и Твиттера. За провокационность и достойное продолжение дела легендарных родителей Кэсси Кейдж получает от нас заслуженное 5-е место. Кабал. Кабал был и остается самым быстрым бойцом смертельной битвы. Стоит ему разогнаться, и лучше не вставать у него на пути. Закрутит волчком и порубит на куски. В качестве оружия Кабал использует жуткие мечи-крючья, изначально бывшие у бараки, до момента, когда клинки решили врастить ему прямо в руки, а также сгустки магической энергии. Образ персонажа вдохновлен сагой «Звездные войны», а конкретно Дартом Вейдером и пустынными бандитами Тускенами. Его даже хотели назвать «Песочным человеком», чтобы связь с пустынниками стала совсем очевидной. А невероятную скорость Кабал позаимствовал у супергероя Флэша, которого Эд Бун обожал с детства. Даже странно, что в кроссовере Mortal Kombat X vs. DC Universe разработчики упустили шанс столкнуть двух бегунов в схватке. Биография Кабала и в оригинале, и в перезапуске в целом похожа. В прошлом боец криминальной организации «Черный дракон», он чудом пережил нападение войск Шао Кана на Землю, но был ужасно обезображен. Теперь он скрывает ожоги под маской респиратором и мечтает отомстить императору внешнего мира. В отличие от Страйкера, Кабала игроки Mortal Kombat 3 встретили на ура. Возможно, потому что разработчики сделали его самым сильным и почти неуязвимым бойцом, чьи скоростные атаки заканчивали схватку в считанные секунды. Уже в Ultimate издании третьей части баланс был восстановлен, но народную любовь это не остудило, как и нашу, поэтому Кабал вихрем врывается на 4-е место. Милина. Тройку лидеров открывает самая кровожадная принцесса как в серии Mortal Kombat, так и в видеоиграх вообще. Неудержимая Милина. В обеих временных линиях она стала результатом экспериментов. В оригинальной хронологии Шао Кан, опасаясь предательства Китаны, заказал колдуну Шанг Цунгу создать более подходящую, более честолюбивую и свирепую принцессу. Для этого к ДНК наследницы трона решили примешать гены Таркатанов, чтобы у клона был злобный нрав. Но что-то, как всегда, пошло не так. В результате Милина унаследовала не только темперамент соплеменников Бараки, но и их огромные зубы. А в более поздних вариациях еще и глаза. Свою жуткую пасть она прячет за маской, а внимание противников отвлекают предельно откровенными нарядами. В бою Милина сочетает навыки профессионального убийцы и яростного чудовища. Орудует двумя саями, умеет телепортироваться, а при первой возможности пускает в ход острые клыки, стремясь откусить врагу что-нибудь ненужное. Характер у нее под стать облику. Ею движет ненависть к Китане и жажда власти, а для достижения своих целей она с радостью прольет реки крови. Милина — самая яростная, злобная и сексуальная героиня Mortal Kombat. Красавица и чудовище в одном лице. За это мы ее и любим. Смоук. Чешский ниндзя Томаш Варбада, он же Смоук, прошел тернистый путь в Лигу смертельной битвы. Впервые он появился во второй части Mortal Kombat как один из трех секретных героев. Тогда он был просто усиленной версией Скорпиона. Потом именно Смоук стал первым секретным персонажем в серии, за которого давали поиграть. В третьей части чешский ниндзя уже стал киборгом и оставался им вплоть до перезапуска. В своих первых появлениях Смоук был самым быстрым бойцом, но после превращения в киборга сменил скорость на силу. Долгие годы игроки называли Смоука бойцом-плагиатором, ведь почти все его движения не были уникальны. В основном он воровал у Скорпиона и Эрмака, пока в Deception дело не сдвинулось с мертвой точки. Настоящим подарком поклонникам персонажа стал обновленный Смоук-человек в перезапуске.
Коптящий киборг ушел в небытие, а Томаш получил новый набор атак и умений, сделавших его вновь самым ловким, скрытным и неуловимым ниндзя в Mortal Kombat. Вместо злодея поневоле, чья душа заперта в механическом теле, Смоук превратился пусть и во второстепенного, но положительного героя с особо темным прошлым. Достойные упоминания. Скорпион. Удивительно, но у самого узнаваемого героя серии в нашей редакции оказалось не так уж много поклонников. Однако обойти стороной любимого бойца Эда Буна — преступление. Создатель Mortal Kombat настолько обожает желтого ниндзя, что подарил ему свой голос во всех играх и фильмах франшизы. Единственного настоящего ниндзя в серии, Ханзо Хасаши из клана Ширайрю, нанял и обманул колдун Куан Чи. Потеряв клан, семью и собственную жизнь, яростный Скорпион вернулся из преисподней, чтобы отомстить Саб-Зиро, человеку, которого он винит во всех своих бедах. Еще при жизни Скорпион мастерски владел гарпуном кунай, а после смерти стал повелевать огнем и научился перемещаться в пространстве. Мстительный дух по праву стал иконой серии, а его абсолютная независимость от мира живых превратила Скорпиона в яркого антигероя, всегда преследующего только свои собственные цели, но не лишенного истинно самурайских представлений о чести. Когда он говорит «Get over here!», устоять физически невозможно. Sub-Zero. Строго говоря, имя Саб-Зиро носил не один человек. Первый ледяной ниндзя, чье настоящее имя было Би-Хан, дебютировал еще в оригинальном Mortal Kombat, где и был убит на турнире Мстительным Скорпионом. Несмотря на типичное для Криоманта хладнокровие, Би-Хан долгие годы отравлял свою душу насилием, поэтому после смерти не обрел покой, а превратился в темного ниндзя-нуба Сайбота. Его младший брат Куай Лян унаследовал титул Саб-Зиро и стал главным синим ниндзя серии. Однако его первое появление в сиквеле Mortal Kombat вызвало у игроков много вопросов, ведь выглядел он точь-в-точь как погибший старший брат, а в детали истории вникали далеко не все. Поэтому в третьей части разработчики решили добавить новому Саб-Зиро индивидуальности, сняли с него маску, а заодно добавили шрам на глаз. В отличие от Скорпиона, который гуляет сам по себе, Саб-Зиро практически не обращал свою смертоносную технику против защитников Земли. В старой хронологии он пришел на турнир, чтобы убить Шан Цунга. В новой — найти и покарать убийцу своего брата. Врожденный дар замораживать все вокруг всегда приходился Саб-Зиро, кстати, когда нужно было охладить пыл Скорпиона. А удары ледяного ниндзя, уверенные и расчетливые, лишены даже тени эмоций. Этот во всех смыслах хладнокровный профессионал — идеальный антипод неистового духа мести и наш самый любимый боец за всю историю Mortal Kombat. Sub-Zero wins. Это было мнение исключительно нашей редакции. Агитируйте за своих любимых персонажей в комментариях, и они обязательно попадут в десятку самых-самых любимых героев смертельной битвы по версии зрителей.